Больше всего Дмитрия интересуют темы спорта и молодежного предпринимательства. Молодой человек уверен, что благоустройство нашего округа и улучшение качества жизни – то, что по-настоящему волнует жителей муниципалитета. Я хочу организовать какие-то курсы по столярному делу и работы с деревом, в принципе. Также очень хочется организовать какие-то мероприятия спортивные по волейболу и другим видам спорта. В окружной администрации прошел первый этап выборов в молодежный парламент при Совете депутатов Одинцовского округа. 10 активных ребят рассказали о своей биографии и деятельности, а также наметили планы на будущее. Депутаты выслушали всех ребят, задавали интересные вопросы. Кандидаты справились, поэтому переходим ко второму этапу. И совсем скоро будет третий, когда определится состав молодежный парламент Одинцовского городского округа. Хочется видеть энергичных ребят, которые крепко любят свою родину. Сейчас это важно. Юным деятелям пожелали конструктивной работы и реализации всех задуманных планов. Впереди много новых проектов, которые ребята представят уже на втором этапе. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».